Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Nubia Red Magic 5S. И сейчас я покажу вам, как войти в режим разработчика на данном устройстве, как получить доступ к настройкам. Итак, для этого мы переходим в настройки, далее проходим вниз, выбираем о телефоне и несколько раз нажимаем на номер сборки. И таким образом нам открываются настройки для разработчиков. Здесь мы можем посмотреть, что у нас есть, что-то понастраивать. Можем не настраивать, а просто посмотреть. Вот. И далее, чтобы потом найти наши настройки для разработчиков, мы заходим в дополнительные параметры. Здесь у нас будет для разработчиков. А чтобы отключить эти настройки, просто выключаете здесь. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.